Всем добрый вечер. Закончился наш ужин. Потом будет отдельное видео. Решили пройти погуляться по улицам. Посмотреть, какие есть магазины или супермаркеты. Скорее всего, что здесь торговый центр, но, скорее всего, здесь цены не фиксированы. Можем сейчас посмотреть. Магазин сладостей, аптека. Спасибо. Есть специи всякие разные. Добрый вечер. Как здесь пахнет приятно. Супер. Угу, посмотрю. А расскажите, почем у вас сладости? Вот например, такие... коробочные, что ли? Да, коробочные. Цены 5, 6. 8. Ну вот такая, 3. Например. Это вот это направление 8. Это 8. У нас домашний, посмотрите. Подойдите сюда, пожалуйста. Свой производство, пожалуйста. Ага. Домашний вот это все. Расскажите по ценам про вот эти. Вот это 20 килограмм, 100 килограмм. Второе, вот это все по 15. А вот это все, вот это коробочный по 5 килограмм. А вот это по 10. А, килограмм 5 долларов, да? А вот это вот коробочек, килограмм 5 долларов. Можете попробовать, я сюда положила. Ну, спасибо, я пока не буду пробовать. Спасибо. Я могу вот так, могу сделать вам микс. Можете и микс, да? Да. А какая цена вот такого микса? А вот, ну, килограмм столько будет, столько будет. Ага, что там получится, и то вы посчитаете. Понятненько, клево. Спасибо. Потом еще придем. Удачи вам. Спасибо. Еще здесь есть всякие товары. Ну, сейчас туда не пойдем, уже на следующий раз. Вот такой вот магазинчик. Супермаркет Сок. Сейчас посмотрим, какие цены здесь. Бананы 13,95 лир. Водичка. Так, разный чай, кофе. Чипсы. 5 лир. 5,90. Посмотрим, что дальше есть. Разные сыры, молочные продукты. Thank you.
моя жизнь Бугасхента. Парикмахерская открыта. Много-много магазинов разных открыто сейчас. Сейчас где-то около 8 вечера. Куча маленьких супермаркетов, кафешек. Вот мы видим еще один супермаркет. Carrefour. Сейчас мы туда тоже зайдем, посмотрим, какие цены, ассортимент. Текстиль есть, можно зайти посмотреть. Все открыто. Цветочки. Тут даже два супермаркета, Мигрус и Carrefour. Сейчас один из них мы зайдем. В Мигрус зайдем, да? Мужская парикмахерская. Сладости. Вот Мигрос. Это один из магазинов с фиксированными ценами. Посмотрим, что здесь там. Как видите, идентично все здесь. Фрукты. Сейчас глянем по ценам. Масло разное, разнообразное. Вот это вот очень хороший соус граната. Очень вкусный. Можете купить, кто будет. Цена его 4,95 лиры. И нормальная цена. Всем советую, можно купить. Вот еще кофе хороший. Тоже цена его вот. Нет, это где-то цена его вот эта. Это, наверное, сейчас как бы идет скидка. Опять же разные сыры. Да.
Скажите, а почем у вас фреш гранатовый? Там маленький, $1. $2. А, это $1, это $2. Сладкий? Сладкий. Ну, в другой раз возьмем. Спасибо. Текстиль, кого что интересует, обувь детская, все есть. Кто хочет сувениры, можно выбрать. Здравствуйте. Здравствуйте. Все снимаем. Все. Купить? Не, ну сначала посмотрим. Вы руком снимите, это самое красное. Хорошо, давай. Спасибо. Как удобно есть. Итак, возвращаемся в наш отель. Вот кого что интересует, спрашивайте, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!